Вернемся к посланию президента органам власти. Вот еще детали. Вадим Красносельский поручил провести лекции для школьников и студентов про наркотики. А за взлом аккаунта в соцсетях предложил ввести уголовную ответственность. Еще главы администрации будут проводить уроки истории для молодежи. Цитаты президента далее. В этом году надо провести курс лекций именно в школах для учеников старших классов. И во всех остальных учебных заведениях. Речь идет о среднеспециальных и о высших. На предмет незаконного оборота наркотиков. И ответственности за данное деяние. К сожалению, очень много молодых людей попадает в поле зрения именно Министерства внутренних дел в части незаконного оборота наркотиков. Используя интернет-ресурсы, эти делают закладки, эти бомбы так называемые. Совершенно не понимая о просто ужасных последствиях лишения свободы вплоть до 10 лет там, и более, в зависимости от объема. А когда данные, к сожалению, дети, и 18 для меня дети, 19 тоже дети, попадают, они разводят руками и говорят, а мы думали, нам сказали, что вы только протокол за это составите, понимаете? Ответственность очень суровая, и жизнь можно сломать. Упор делать на ответственность. Понятно, что и опасность общественная, и ответственность. Разработать законодательную инициативу по установлению ответственности, уголовной ответственности и административной за взлом частных аккаунтов в социальных сетях. Это уже понятно, злоба дня. Все уже пользуются этими аккаунтами. И недобросовестные люди, мошенники, взламывают аккаунты, начинают шантажировать людей, так сказать, вынимая оттуда различную информацию. Совершают мошеннические действия, ну и так далее. Поэтому во многих государствах уже давно введена уголовная ответственность, она должна быть и у нас. Поэтому в кратчайший срок эту инициативу надо направить на рассмотрение Верховного Совета. Курсы лекций надо практиковать, как выступал президент по уроке истории. Уважаемые коллеги, вы должны подключаться к этому, главы администрации в том числе. Выбирайте темы, собирайте аудитории и разговаривайте с молодыми людьми. Притом надо делать это креативно, интересно, чтобы ваша лекция не превратилась в лекцию всем известную «Если жизнь на Марсе», понимаете? Старайтесь как можно сделать больше полезных дел. Помочь ближнему. Все, что от вас зависит. Уверяю, что даже когда вы уйдете на пенсию, ну, рано или поздно это нормально, вот, будете уже на отдыхе, будете вспоминать именно то время, когда вы были полезны и могли помочь. И будете жалеть о том времени, которое упущено, что вы могли сделать больше. Поэтому делайте это сегодня, и 100% все получится.